где по традиции зажигались сигнальные огни. В те времена не было никаких телеграфов, не было никаких телефонов, поэтому о наступлении праздников, о наступлении субботы из Иерусалима всегда ориентировались на огни сигнальные. Вот здесь зажигали, в городе Цфат. Когда к власти в Иудейском царстве приходит печально известный царь по имени Ордус, нам он больше известен как Ирод Великий. Город Ципори, это был, конечно, очень важный иудейский город, очень хорошо он был укреплен, но после смерти Ирода римляне здесь вводят в Иудейском царстве прямое военное правление. Евреи, которые жили в городе Ципори, им это не понравилось, было большое очень восстание, которое жестоко римляне подавили. Город был практически весь разрушен и только потом уже заново отстроен. И вот он был отстроен именно как римский город, со всеми атрибутами архитектуры римской. И центральная улица Кардо, вспомогательная улица Декаманус,